Что такое романтическая любовь? Это когда есть страсть, да, есть притяжение физическое и есть близость, да? Но там еще нету быта, там еще нету обязательств. А любовь, дружба такая, знаете, партнерская любовь. Там есть тоже два компонента, там есть обязательства. То есть мы вместе с партнером, да, у нас как бы есть с ним совместные планы. И у нас есть близость, но там отсутствует совершенно страстный компонент вот этот вот, да. Иногда бывает так, что люди как бы ощущают себя, что они родственники. И он меня понимает, и он меня поддерживает. Но вот элемент эротизма, он отсутствует, да. И тогда это превращает два родственника в коммунальной квартире. Есть пустая любовь, только обязательства. То есть, когда люди утратили все компоненты, но берегут вот эту форму. И люди остаются в браке только ради детей, допустим. Или есть какой-то расчет, да, то есть, не знаю, им там удобно жить в этой квартире, да, но уже ни близости, ни страсти нет, да, это только осталась одна вот оболочка.